Всем привет, друзья, гости канала. Сегодня у нас на обзоре новая игра Кена Bridge of Spirits. Не знаю, как переводится. Пора отдохнуть от ужастиков. Попробуем в эту игрушку сыграть. Так, у нас тут какие-то долоески еще походу, да? Мост духов, бонус за предзаказ. И мост духов, цифровое люксовое издание. Так, перетаскивайте ползунок, пока символ не станет еле различимым. Так пойдет. Посмотрим. Настройки все на ультрах вроде бы. Высокие ультра. Уникальная деревянная маска вырезает часть усопших и размещает в священных храмах. Там они постепенно превращаются в прах, символизируя мирный путь духа в загробную жизнь. Не все духи способны пройти этот путь в одиночку, они не в состоянии смириться с трагедиями в своем прошлом, отказываются покидать этот мир и становятся опасными. Тем, у кого судьба призвала помочь этим ожесточенным воплощением, зовутся проводниками духов. Круто. В общем, игра больше детская, я думаю. Что это значит? Пульсировал. Так, чувствительность слишком большая для меня. Так будет получше. Не, все равно. Ну ладно. Потом исправим, если что. Так, это что? Дорогу мне показывают. Ну идем. Идем, идем. Так, прыжки на пробел. Это хорошо. Куда я пришел? Понял. Это такая вроде как инди-игра, нет? Приключения, открытые миры, да? Ну да. Ага. Ну и что, нажали кнопку эту. Так. Я становлюсь на эту фигню, там загорается камень, поворачивается. И что делать? А, понял, понял. Нажать кнопочку просто. Прыжки. Пока по графике вроде как нормально. Симпатичненько. Будем видеть, как выйдем в открытый мир. Это место полно страданий. Тебе помочь? Ничего не знаешь о страданиях. Это мой дом. Моя деревня.
Уходи, проводница духов. Что это за котенок? Его мочить надо? Ну, сейчас как два пальца. Все, готовенький. А еще? Готовенькие. Крутяк. Понял. Нифига там не нажимается. Пока все красиво. Ага. Так, это отсюда мы пришли. Ну, пойдем по прямой. Три дорожки перед нами. Минус одна. Минус вторая. Так, теперь я не понял нифига. Это какой-то секретик, да? Ну тут нифига не нажимается. Интересно. И что дальше? Я думаю, наверное, все-таки по прямой нам идти надо. Как запрыгнуть туда? О! Нормально. Просто надо было от стеночки чуть-чуть. Опа. Просто надо было туда идти, да? Хоть бы карта какая показывалась. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Вот, сохранилась игра. Так, ты отсюда пришел, да? Да. Пишите комментарии, как вам игра. Кстати, игру Суккуб и YouTube установил ограничение сам. По возрасту 18+. Это я еще даже эту не отключал, цензуру. Короче, одни туннели тут. По туннелям чкаться сейчас по горе по этой. Что-то такое тут. Сохранялось. Ох, и сколько нам бродить? Интересно.
Набродились, походу, пришли. Пипец. Это что? Что это значит, что я сделал? Ясно, что ничего не ясно. Пойдем в другой туннель. Интересная фигня. Куда идем? Ничего не понятно. Пока. Так, с того мы вышли. Так, здесь фигня это не включается. Ага. Посмотрите-ка, камнями завалено. Я же уходил, нормально все было. Нифига завалено не было. Так, вот это вот мне херня уже не нравится. И сколько мне бродить сейчас по этой фигне? Может, я чего-то не замечаю? Да пришел опять сюда же. Я понял. Да ладно. Валить надо назад отсюда. И далеко назад. И куда же? Да, кстати, непонятно, что включил сегодня стримлапс. Вот эту запись хотел записать. Что-то звук какой-то тихий. Пришлось усиление ставить на записи на микрофона. Ничего не понимаю, короче. Будем разбираться потом. Вот сюда вот я зря пришел. Почему-то. Но зачем тогда дверь открыта здесь? Неизвестно. Надо на алтаре здесь что-то зажечь. На каком-то. На этом, наверное. И открыть вон ту дверь. Вот эта фигня, оказывается, зажигает свет. Бздынь. Вон половина букв загорелась. И второй алтарь. Буду их алтарями называть. Бздынь. Вот так-то. Чпуньк. Сейчас дверочка откроется.
Эй! Проблемы? Вот, смотри меня. Хорошо, что игра сохраняется. Валим. Интересно, и музыка такая ненадоедливая. Интересно, посмотрим. Сейчас выйдем на природу. Кто тут, как тут у нас? Ну, графика, сразу говорю, ничего. Такая хорошенькая. Приятная глазам. Ну да. Пусто. Тут что? Ладно, идем дальше. Ну, в общем, это приключение, типа того. Нет, надо сделать еще мне это, как его? Чувствительность поменьше. Так, наверное, лучше. А я думал, бревно поднимать будет. Кроха, ты здесь? Кроха. Нет, не будем пропускать, давайте посмотрим. Ну нафиг, да? Побежали. Короче, какие-то сказочные существа. Е, чтобы взаимодействовать на клочок гнили. Где клочок гнили? Понял. Где точки? Собрать. Что это такое? Какая-то капелька. А. О, это мой дружбан будет, да? Привет. О, не бойся. Что тут случилось, малыш? Малыш недовольный. И сейчас довольный. Найдите гнилушек. Поищите еще гнилушек в этой области. Понял. Вот. Даже мне прыжка, прыжка, прыжка. Да, игрушка подойдет для немощных компьютеров. Там процессор вроде бы i3. Рекомендуемый вроде системный. Видеокарта. Или AMD какая-то, или GTX. 650-я что ли? Так что смело, ребятки, играйте, качайте.
Игра, говорю, подойдет. Детям понравится. Кто? Вон она. Вот она. Подружку тебе нашли. Что-то большая подружка. Найдена гнилушка. 5 штук надо найти, да? Хорошо. Ха. Вот это музончик. Вон она. Чпоньк. Еще одна гнилушка. Эй, малыш, пойдем. Уже 2. Эй, прячься. Вон те существа побежали. Так, вон 2 за мной бегают, да? Ага. Вон она. Да, ребят, пишите комментарии, как громкость, как что, слышно меня, не слышно. Знаешь, чтобы общаться с гнилушками. Сейчас чихнем. Че она не чихает? Не понял. Ничего она не выполняет, не целует, не танцует, не чихает. Ладно, надо искать ваших друзей. Гнилушек. Нет, наверное, нам надо туда бежать. За теми существами. Сундучок. Гнилушка. У меня помощников будет, да? Дальше. Так, не сюда. За мной баррикада. Туда, наверное. Там красиво, значит туда. Что за яйца? О, вот это мне нравится. Наверное, я сейчас мимо упаду, да? Нет, долетела. Эй, гнилушки, вы где? А, за мной, пойдемте. Вот она, 5-я. Отлично. Давай к нам в бригаду. Добро пожаловать.
Уровень 1. Теперь гнилушки могут выполнять больше. Что, заданий? Способны помогать вам. Ваша свита растет. Теперь у вас есть одно действие с гнилушками. Нажимайте R, чтобы напускать гнилушек на различные объекты в окружающем мире. Собирайте гнилушек, чтобы повысить их уровень и получить больше действий с гнилушками. Хорошо. Хорошо. Карту мне дайте. Куда мне идти? Вот они. За мной. Так, гнилушки. Что бы вам приказать? Нифига я вам не могу приказать сейчас, да? Нет, пока не могу. Ой. Ленька. Здоровье отнимать. Применить гнилушек. А, вон значки показываются. Где я могу их применить? Гнилушки, фас. Е для пульсации и разрушения сердца мертвой зоны. Так-то он. Все. Я спас лес. Дальше куда? Гнилушки. Так, оттуда мы пришли. Туда мы не пройдем. Сюда тоже. Идем назад, что ли? Я правда какую-нибудь карту сделали или что? Понизу. Может быть, пойдем понизу? Что здесь у нас? А нет, мы здесь были. Были-были. Гнилушки за мной. Укажите мне путь. То, что не показывается, куда идти, это, конечно, плохо. Ну, не туда точно. И там не пройдет. Подожди, может, на дерево? Да-да-да, скорее всего. Вот и пойми сразу. Не догадаешься. Так. Ой, не пропускают нас туда, в водопад. Ладно, пойдем сюда. Опа. Так, гнилушка мне что-то показывает. Так, нажмите нужное направление, чтобы перепрыгнуть между уступами или под... Понятно. Понятно. Так, вон опять мертвая зона. Сейчас проведем зачистку. А, мне надо драться с кем-то. Так, гнилушки боятся врагов. Гнилушки испугались и спрятались. Атакуйте врагов, чтобы набирать отвагу. Используйте отвагу в сражении для выполнения действий с гнилушками.
В окружающем вас мире могут возникать капельки отваги. Собирайте эти капельки с помощью пульсации Е. Или касайтесь их, чтобы быстрее накапливать отвагу. Гнилушки готовы. Они могут уничтожать сердца мертвой зоны, а путанных врагов. Нажимайте R, чтобы быстро напускать гнилушки на объекты в окружающем мире. Удерживайте левый shift, чтобы прицелиться, затем нажмите R. Готовы. Гнилушки, вперед. Так-то вам. Все на месте. Да, они есть хотят, но меня так смотрят. Жалобно. Так, что-то взял. Ну, игра чисто вот так расслабиться, поиграть. Отвлечься. Я думаю, нормально. Можно и пройти. Графика приятная, симпатичная. Так, гнилушки могут передвигать некоторые объекты в окружающем мире. Нажмите R, чтобы гнилушки подняли объекты. Укажите гнилушкам, куда идти, нацельте левый shift, затем нажмите R. Понятно. А куда вам идти? Ребятушки. Для чего это сделал, конечно, не знаю. Куда нам его потом отнести надо будет? Уж точно не сюда. Использую гнилушкин труд. Вот сюда, наверное, да? Гнилушки я нашел. Там бригадир гнилушка, вон, маленький. А это работяги. Класс. Запрыгнул, блин. Так, так, так. Не поднимите? Конечно, поднимут. И для чего это? 30. Наверное, нам сюда. Да, откуда мы и пришли. Нафига было поднимать этого кота? Непонятно.
Так, куда идем? Бросайте камень сюда, гнилушки. Ну, какие вы быстрые. О, и поедите как раз. Круто. Гнилушки накормленные. Здесь что-то, блин, непонятно показано. Три. Что три? А мне типа туда, наверное. Вперед. Нет, что-то здесь не так. Понял. Долетел. Вот фигово, да, не показано нифига. Где что? Вот, ухватился. Я думал, сейчас провалюсь. Но нет. Где лужки? Тут вам работа. Нет, не вам. О, махач. Готовится махач. Позволь мне помочь. Я могу излечить этих духов и восстановить равновесие леса. Я знаю таких, как ты. Ты ощущаешь силу, что течет в этих землях, но ты не в состоянии понять ее. Ну и что? Покажи нам. Смерть и скверна. Лишь они остались здесь. Эти земли можно исцелить, но ты должен уйти, дух. Уйти в мир иной. Это ты здесь чужая. Я никогда не брошу свой народ. Ну, давай сразимся, что ли? Ну вот. Уже лучше. Росток. Даже не страшно. Чего? Чего? Ну ты попал, чувак. Ну и все, вырос росток. Все, все. Стоило начинать. Сейчас. Взять. Готово. Еще один участок освобожден.
О, у нас подкрепление. Нифига себе, сколько. Выходите. Теперь тут безопасно. Пока это кто? Гляди, Сая, она убрала порчу. А мелкие едят ее. Им нравится. Я Кена. Почему вы в лесу одни? Не волнуйся. Мы давно можем о себе позаботиться. Да, вижу. Вы оба молодцы. Вы знаете, кто этот дух в рогатой маске? Не знаем, но рядом с ним порча становится сильнее. Ну, а что ты здесь делаешь, в лесу? Ищу священный горный храм. Покажите дорогу? Если хочешь добраться до горного храма, сперва помоги нам. Наш брат Тара потерялся в лесу. Прошу, помоги ему. Отличная идея, Сая. Ей это расплюнуть. Видела, что она сделала с тем монстром. Помоги найти Тара, и мы отведем тебя к храму. Идем. Помогите Тару. Деревня вон там. Так, ну что, друзья. Я думаю, на сегодня мы закончим. Обзор прохождения игры Кено. Ну, играть можно. Тоже на любителя. Но я, наверное, думаю, я ее пройду. Интересно, мне понравилось. Графика, спокойная такая атмосфера. Красиво, как везде. От ужастиков отдохнуть нужно. Так что детям, думаю, игра понравится. Будут смотреть. Так что всем спасибо за просмотр, друзья. Продолжение следует. Всем пока.